Итак, сегодня по маршруту Ноябрьск-Санкт-Петербург выполнен последний рейс. Авиакомпания «ЮТЭЙР», которая ввела это направление, приняла решение о его отмене. Обратный перелет будет совершен завтра. Напомню, авиапассажиры получили возможность летать в культурную столицу страны без пересадок летом прошлого года. Сначала рейс совершался дважды в неделю, затем количество перелетов сократили до одного и, наконец, отменили совсем. И это на фоне того, что, по словам сотрудников Ноябрьского агентства воздушных сообщений, сейчас продажа авиабилетов в самом разгаре, и питерское направление было в числе популярных. У нас очень много студентов летают, у нас половина пенсионеров отсюда переехали жить в Санкт-Петербург. Мы не понимаем, с чем это связано, да. И, естественно, мы будем требовать, чтобы рейс восстановили, мы будем писать письма в авиакомпании, и мы советуем пассажирам выходить на сайт авиакомпании и писать просьбы, то есть об открытии рейса. Я думаю, что наши просьбы будут услышаны. Прекращать полеты, конечно же, не стоит, потому что очень много студентов в Санкт-Петербурге учатся. Да и вообще это очень удобно. Рейс как бы выгодный, прямой, тем более в крупные города, начиная с того, что и командировочные летают, и как бы так в гости. Через Москву довольно-таки неудобно летать. Поэтому желательно, конечно, такие рейсы оставить.